Итак, всем привет, это шестая серия нашего прохождения игры Ведьмак, часть третья, уровень сложности насмерть. Начинаем мы не там, где закончили, как помнят те, кто смотрел предыдущую серию. Мы закончили ее на том месте, когда хотели бить полуденницу. На самом деле проблема в том, что я бил эту полуденницу и не стал этот бой выкладывать, потому что я по сути никакого урона не наношу. Она меня убивает с двух ударов, а я ей как бы... Ей вообще плевать на меч. То есть Геральт ее бьет, а отнимается там что-то прям совсем... Даже это, от одного удара где-то, наверное, сотая часть ее здоровья отнимается. То есть надо раз сто ее ударить, прежде чем она помрет. Плюс ко всему, эта собака еще и лечится. Что вообще не круто. Ни разу. Так, он дрожит. Я куда-то пришел. Надо посмотреть, куда. Медведь. Медведь. И кто это? Мишка. 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 Не вариант. О! Нет, точно не вариант. Геральт, отходи. Отходи, говорю. Не-не-не-не-не. Нам он не по зубам, на самом деле. Ну, сами видели, сколько я отнимаю. Вот примерно столько же я и у полуденницы отнимаю. Просто охренеть, какой слабенький у нас мечик. Несмотря на то, что 100 единиц урона вроде как. Но слабенький, слабенький мечик. Так, что я предлагаю? Я предлагаю, то есть за кадром я тут, получается, кое-чего нарулил. То есть я наткнулся на утопцев. Наткнулся я на утопцев. И раздобыл мозги. Имеется в виду, что у меня есть растение, у меня есть мозг. У меня не хватает только краснолюдского спиртяги для того, чтобы сделать ласточку. Вот чё. Я думаю, что нам надо сейчас пойти к травнице. Купить у нее спирту. Сделать ласточку и попробовать еще раз пойти на, собственно, эту полуденницу. Если и с ласточкой ничего не сработает, то тогда пойдем по сюжету. А что делать? Только по сюжету мы, наверное, смогем что-нибудь путное это раздобыть. Так. А у нас... Где она нафиг находится-то? Это я приперся, кстати говоря, к тому месту, где полуденница, да? Я тут часть пооткрывал, тут по большей части все вот эти знаки вопроса, это эти, блин, места силы. Не круто. Вообще не круто. И нам нужна... Так, а где она у нас, кстати? Травница-то, вот. Да, травник. Вот сюда мы и пойдем. Давай, Блатва. Пойдем пехом, потому что... Я не люблю быстрые перемещения. Это еще надо искать. Где там этот находится? Ближайший столб дорожный. Тем более мир красивый. Кстати, вышел уже второй патч на видеокарты NVIDIA. У меня теперь игрушка еще лучше идет, чем раньше шла. То есть больше, более стабильно все это дело прет. И покрасивше стало. Потому что настройки тоже повысились. Там у меня вот этот NVIDIA Experience, да? Этот менеджер-то видеокарты. Он там оптимальные настройки игры выставляет. То есть теперь оптимальные настройки стали выше, чем были раньше. Вот. Так что это даже очень хорошо. Так, вот мы и прибыли. Игрушка реально
работает очень стабильно. FPS, кстати, повысился. Раньше был где-то 35-40, сейчас 48. Примерно вот так вот дает. Так, ну что, Кисуль, дай-ка я с тобой поговорю. У тебя есть какие-нибудь травы на продажу? Кое-что найдется. А, мне нужен краснолетский спирт. Вот он, по-моему, да? Нет, это пятая эссенция, блин, зараза! Ой, зараза, у тебя нет спирта! А, нет, вон, подождите, есть что-то. Может быть, это спирт? Вот, краснолетский спирт. Парочку. Блин, ты за 100 ренов продаю. Офигеть, можно. Сволочь такая. Дорого. Но никуда не денешься. Будь здорова. Так, тот квест мы провалили. Собственно, по производству этой ласточки. Так. Так. Вот ласточка. Так, один. Два. А, у меня уже есть, я не могу больше сделать и зашибись. Клево. Ха. Так, ладно. Так, давай-ка мы ласточку поставим. Вот эту, да? Кстати, сразу три дают, это очень хорошо. Вот сюда вот мы ее поставим. И давайте попробуем еще раз с полуденницей-то поговорить. Какой нахрен гром? Мне ласточка нужна. Я гром поставил. Молодец. Так, где оно? Вот ласточка. Но она тоже 3 из 3. Вот так. Протупил немножко. Так. А где наша лошадь? Не хочет она к нам приближаться. Видимо, если она на мини-карте отмечена, то она к нам, собственно, не подбегает. Думает, что Геральт так глазастый. Сам добежит. Так, ну что ж, пойдем на полуденницу поохотимся. Теперь с ласточкой. Главное, Геральт еще такой, мне, говорит, надо эликсирчиков, мне надо маслица. Маслица добавляет плюс 10% к урону. Масло от призраков. При том, что я наношу ей вообще смешной урон. 10% здесь явно никак не помогут делу. Так что не знаю. Единственный вот, как это сказать, единственный вариант у меня ласточку сделать сейчас. Если и с ласточкой... Ой, а я куда бегу-то? Не-не-не-не-не-не-не. Это у меня другое задание, получается, выбрано, да? Ага. Так, ведьмачьи заказы. Вот это вот. Лихо у колодца. Уколемся и лихо. Давай-ка. Погнали. Погнали. Ты чё? Это убивают. Кого убивают? Блин, красотень. Просто офигенная красота. Засмотрелся на солнышко-то и впилился в оградку. Давай! Ну, блин. Криво-криво работает немножко. Кривовато.
Вот она. Она нас встретила. Кисоль, ты что-то сбаганулась, походу. Немножко. И сколько она работает-то? Да вот и все, как говорится. Да, ну и ласточка. Честно скажу, я ожидал большего. Привет. О, видите, сколько я ей наношу, блин. Так. Ну, в принципе, нормально снесли-то. Твою мать! Ой, что-то тут... Ты посмотри, он лечится, зараза. Да, не вариант. Алхимию могу сделать еще ласточки. Этот предмет у вас есть? Нету у меня этого предмета. Да нету у меня его больше. У меня аж пусто. Зараза. Ну, вот опять начинает. Так, рюкзак. Жратвы, блин, нету. Я так и не понял, почему мне пишут, как будто бы у меня есть ласточка, когда ее нет. Ну да, я еще помер. Зашибись. Я забыл сохраниться, конечно же. Зачем мне сохраняться? Это значит еще до того, да? С того же самого момента начал. Ну да, вообще зашибись. Офигенно. С того же самого момента. То есть получается столько времени псу под хвост, нахрен. Как всегда. ПК-гейминг, такой ПК-гейминг. Ладно, идем опять к травнице, господи. А что делать-то еще? А больше нечего делать-то. Ну, нереально. Нереально. Оно, конечно, реально. Да блин, где это, сука? Честно говоря. Вот она где. Плотва, ты что-то как-то это заблудилась? Пошла.
Давайте все-таки пойдем по сюжету, я так понимаю. Так, тут какой-то квест был. Нам он интересен. А куда я вообще бегу? Ну да, молодец. Мне надо к травнице. Мне, блин, надо к травнице. Давай туда. И не забыть сохраниться. Вот что. Ну, красиво, красиво. Игрушка действительно красивая, но пока абсолютно для меня загадочная. В плане того, что это самое... Ну, чё ты? Пик. Сюжет как-то странно развивается. Точнее, он, по сути, вообще не развивается. Так, а что я тут делаю? Это не тот. Блин. Тихо! Я не на ту кнопку нажал, блин. Ускорение. Как привык в этом, в Dark Souls, ускорение на Б. Тыщ! Надеюсь, они на меня не обидятся. Блин, далеко. Эта травница находится. О, вот она. Ну, все, все, все. Чё сказал? Так. Дрень такая. Да? Давай мне этот самый. У тебя есть какие-нибудь травы на продажу? Кое-что на... Я бы еще вот такую штуку купил. Блин, давай уже, ну. Вот такую штуку. Вот этот вот цветочек. Амброзия, да? Нет. Хрен его знает, что это такое, но... Начхать. Короче, нам нужен вот это. Нам нужно вот это. Это мы покупаем. А что случилось с этой... Самой. Померла? Что случилось с Линой? Она умерла. Вскоре после твоего отъезда. Ты не одобряешь моего выбора, но поверь мне, мои эликсиры ей бы уже не помогли. Придется поверить тебе на слово. Окей. Будь здорова. Померла. Ну, померла и померла. Так. Нам нужно что? Нам нужно поставить, опять же, эликсирчики сюда. Тихо. А, нет, блин. Сначала надо сделать их. Что-то я сегодня не собранный такой. Так, ласточка. Успешная работа, ласточка. Кошка. Кошка нам не нужна. Кстати, тоже краснолюдский спирт нужен, да? И здесь краснолюдский спирт, и здесь краснолюдский спирт. Везде. Это самый, похоже, крутой ингредиент, да? Краснолюдский спирт. Так. Где оно? Вот оно. Это мы поставим сюда. И, в общем-то, у меня ничего не осталось, кроме пива. Пиво, пиво, пиво. Пиво мы поставим вот сюда. Ох, ну чё? Погнали, что ли? Сохранимся уже перед... Непосредственно этой полуденницей. Требуемый уровень 2, блин. Офигеть можно.
Я ее и на пятом-то не знаю, смогу ли одолеть. Застрял. Места тут дикие, непонятные. Опять застрял. Так, ну, он где-то тут. Вот оно. То, что нужно. Сохранимся. Где-нибудь вот здесь. И пойдем. Попробуем. А, вон почему она так интересная. 25 секунд действует. Но что-то как-то прибавляет довольно-таки медленно, я бы сказал. И что-то как-то меня не отпускает. Вот это, конечно, не очень хорошо. А, вот, отпустил его. Ну и чё, иди сюда. Где? Так. Блин, что-то как-то не рулит ласточка, вообще не рулит ласточка. А, о, рулит. Блин. Да блин. Хрена не получится, короче, я так думаю. Больше ласточки. И нет ничего, вообще ничего нет. Так, ну-ка, подожди. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну и продолжаем
пришлось мне свернуться, потому что... Ну, в смысле, пришлось мне перезагрузиться, потому что игрушка свернулась. Я думал, сработала ли запись или не сработала. Ну что ж, давайте попробуем как-нибудь с этим, с этой гадостью разобраться. Так, ждем восстановления. Ай, поганка. Тихо. Блин, сейчас опять будет лечиться, сучка. Охереть, а? Оставался ей на один пару-тройку ударов, блин. Фу. Нет, это реально, конечно, но что-то как-то... Это очень даже реально. Так, давайте-ка мы это пиво нахер уберем. Давайте-ка что-нибудь поставим интересненького. Старт. Да? Давайте-ка мы... Там у меня цыпленок, по-моему, был. Да. Пиво здесь не рулит. Пиво это, наверное, только для вот... Типа того, что... Сразу принять. Так, давайте его тогда и примем, что ли. Так. Я могу его прямо из этого, из рюкзака съесть, да. Давайте вот это. Отлично. Ух, хорошо. Сейчас мы ей настучим. Только я не в ту сторону побежал. Сейчас настучим. Стопудово. Так что, все кончилось, что ли? Что-то я не вижу, чтобы оно действовало.
вкусная гадость такая. Блин, я вас не вижу ни хрена! Вот она. Так, у меня кончилось, похоже, да? Блин, я не вижу ничего! Так, спокойно. Геральт, мать твою, не застревай ты во всех этих... Всего-то один колодец. Нет, надо было умудриться в нем застрять. Блин, она восстановилась. Вы посмотрите, у нее здоровье стало больше, чем, блин, у меня. Ну, то есть... Ну, вы поняли, что я имел в виду. Она чисто восстанавливается. Нереально ее убить таким мечом на таком уровне. Ее можно убить, но если бы у меня было больше эликсиров... Все, у меня эликсиры кончились. А у нее нет, это, здоровья слишком много. В прошлый раз хорошо получилось. Ладно, хрен с ней. Похоже, что не получится. Отходим. Хотя не отходим, просто умираем, чтобы эта ласточка осталась. Да. Не получится. Тогда, значит, по сюжету пойдем. Потому что она это, ей надо очень много урона наносить. Мой меч ей урона не наносит вообще никакого. Ну, практически. То есть, что там, по 14, по 15. Так, что у нас есть по этим, по заданиям-то? Нильфгаардский связной. Рекомендуемый уровень 5. Ну, вот туда и пойдем. Так, это куда? А, покинутая деревня, то есть можно отсюда, получается, переместиться-то, да? Отлично. Только она, наверное, не даст, да? Ну да, она не даст. Давай, бомба. Так, это нам куда? Нам, наверное, сюда, да? Я так понимаю. Угу. Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изи. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Призраков надо будет опасаться. Призраки это, конечно, говно то еще.
Оптимистично. Так, куда пойдем? Блин, ты даже не восстановился без здоровья, нифига себе, Геральт, молодца. Так, карта мира, что там надо делать-то? А куда нам по заданию-то? Ах, вон куда. Нифига себе, а? Ну ладно, давайте вот сюда сходим. Поставим метку. И добежим до туда, посмотрим. Может быть, здесь какие нормальные будут, так сказать, ведьмачьи-то заказы. Потому что это полуденница. Ну вот даже если ее посмотреть, да? Так, алхимия. Если, например, брать масло от призраков. Масло против призраков. Не хватает ингредиентов. Плюс 10% силы атаки против призраков. Ну это вообще ни о чем. Если я ее сношу где-то 14-15 очков, это значит, я буду наносить ей 16-17 очков с этим маслом. Понятное дело, что это абсолютно неинтересно. Так, вот она, доска объявлений. Так, где это? А, вот. Ну-ка. Давай посмотрим, что тут. Крики в лесу. Да-да-да-да-да. Это люди добрые, люди добрые. Дикое сердце. Ничего, всего два задания? Блин. Нет, всего одно, похоже, задание. Выяснить не в Велине Лицири, выяснить не в Нелиграде Лицири, выяснить не на Скеллиге Лицири. Блин, вот это вот вообще не круто. Костры Новиграда, 10 уровень, да? 16 уровень. Здесь 5 уровень, у нас 3 уровень, нафиг. Так, ценный груз, ну это понятно, рекомендуем уровень 7 аж, блин. Ладно, будем идти по сюжету, что нам остается? Нам ничего не остается, кроме как по сюжету топать, потому что нам, у нас нет ничего. Давай, ну нет, у нас теперь хотя бы эликсиры есть. Ну давай прыгай, что ли. Не-не-не-не-не-не. Мы здесь аккуратненько сойдем, Геральт. Ты чё это? Отдохни. Угу, отдохни. Так, значит, одну доску мы посмотрели. А, тут все эти... То есть это разные доски, да? То есть мы можем еще набрать. Так, а сколько тут получается-то? Вот здесь вот есть. Вот здесь. Нифига себе, тут сколько всего.
пипец. Слушай, это что-то как-то это. Ну реально, тогда по сюжету пойдем. Это если в каждом вот там вот в каждом городе будет по квесту. Это ж квестов, охереть, сколько квестов, ё-моё. Игрушка реально охрененно огромная. О! Волки позорные. Мать твою. Да ты охренели. Вы охренели? Тихо. Не-е. Это было не круто. Я-то с волками хотел подраться, а тут утопцы напали. Но утопцы нам, по идее, нужны. Слушайте, вы охренели? Да. Так, это мы куда... Где будет сохранение-то? Я опять забыл сохраниться, да? Скорее всего, будет сохранение еще до того, как я... То есть, вот как только я прибыл в Велен, да? Там же была заставка. Да-да-да-да-да. Так, ну мы тогда не будем брать объявление на доске. Мы сразу пойдем по заданию, короче. И не будем на них обращать внимания. Нам нужно туда. Долго ли, коротко ли? Ехал Геральт через реку. Сунул грека в реку руку. Геральт греку за руку. Цап! Да я просто не знаю, о чем говорить вообще. Скачем и скачем. Охрененно большое расстояние придется проделать. Так, помогите. Вот здесь вот они, да? Эти гребаные утопцы. Сейчас мы здесь сохранимся. Так. Иди сюда. Блин, опять их двое. Сука. Задрали уже вдвоем бегать. Нам бы они, конечно, очень нужны бы. Потому что мозги утопцев ни у кого не продаются. Их надо добывать. Окей. Тихо. Ха-ха-ха.
Фу, блин, ну как же так, ну... Ой, сука, ой, как не нравится мне. Простые утопцы гасят, а? Ну ладно, мы тут сохранились недалеко. Ща мы им покажем. Неплохо так был-то. Ну, иди сюда. Ага. Так, один согрелся, надо оттянуть его, чтобы второй... Блять, второй тоже идет, сука. Ладно, хрен с вами. Отходим. С двумя сразу я не совладаю, короче. Прочесть что-то. Внимание, лагерь армии, так, который тем самым... Угу. Сдержать любых контактов с ними. Интересно. Чё, пацаны? Один бежишь? Вроде один бежит. Ага. С одним-то нормально разбираюсь. Чё это? Ухо чудовище, зачем оно мне? Мне бы лучше мозг. Так, давайте. Пиландрия хлебанем. Потому что ласточку беречь надо. Так, где второй? Где второй поганец? А, ты чё это тут сидишь? А, вон второй поганец. Чё это с ним? Блин! Меня сейчас нарежут. Черт. Надо сохраниться нахер. Невозможно. Плохо. Что невозможно. Ух ты! Сзади напасть решил. Окей. Вот мозг. Хорошо. Так, дядь. Ты чё тут сидишь такой непонятный? Развяжи меня! Сейчас же новые набегут! Если набегут, я ими займусь. А сейчас давай-ка поговорим. Я предпочитаю знать, кого развязываю. Ян Вердун служил в 10-й Мариборской. Что-то ты отстал от своей армии. Моей армии больше нет. Нильфы ее разбили. Но я дал дёру в лес, не дожидаясь этого. Пристал к группе беженцев. Преисполненных, сука, патриотизма. Едва они узнали, что я бросил Тимерию в беде, связали меня как тюк и оставили на поживу утопцам. И правильно.
Но мы не будем, как говорится, злыми такими быть. Каждый человек заслуживает жизни. Я тебе помогу. О, спасибо. Я уж думал, ты меня тут оставишь на верную смерть. Хотел бы я тебя как-нибудь отблагодарить, но у меня даже ломаной кроны нет. Не знаю. Что делать? Такие мои убытки. Спасибо, ведьмак. Пусть тебе повезет. Так. Здесь какой-то трупешник. Нет ничего такого интересненького-то. Да не, ни хрена нет. Платва вон только тусует. Так, ну чё, нам надо двигаться дальше, я так понимаю. Так, где мы вообще находимся-то? Чёрт его знает. Так, а это чё? Доска объявления, почему на ней ничего не написано. Лодка. Так, ну в принципе мне переплыть речку, и я уже там буду. Вообще-то. Зачем мне тогда? Ну да. Вон оно. Давай, Геральт, плыви. Вода красивая. На масло похоже. Так. А я здесь не выберусь. А нет, выбрался. Отлично. Дяденька, чужой вон там! Чё? Эско, Ганка, вертайтесь в хату, живо! А вот корчма. Ой. Что у вас тут есть интересненького? Не отдам ее! Не отдам! Она как хрюкнет, все тут же услышат. Ее заберут, а нас поубивают. Так я сам ее заколю. Так, ну-ка давайте посмотрим, что... Блин, не огонь мне нужен, а этот. Предупреждение, ля-ля-ля. Так, неизвестное место, дикое сердце, опять то же самое. А я не понял. Ага. Заказ, пропавший брат. Любопытно. Но этим мы уже займемся в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока.